Ну, в интернете знакомиться можно. Вот у меня есть «Мой мир», я люблю очень вот этот ресурс. И вот Владимир Мочалин, я его никогда не знал, не встречал. И вот ему пришлось по сердцу это название «Во свете Библии». Вот это «Во свете Библии» называется. Дальше. Есть у нас форум, православный форум, вот он где. Тоже называется «Во свете Библии». Вот кто-то зашел новый. Есть видеоканал, вот он. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Все книги у меня «Открытым оком» названы «Во свете Библии». 38 книг. Где-то они там вон стоят. «Во свете Библии». Ну, я любую могу, любой том открыть и показать. К примеру, вот так. Открою 26-й том. Вот она, книга 26-я. «Открытым оком». Вот она называется «Открытым оком во свете Библии». Пожалуйста, часть первая. Вопросы и ответы во свете Библии. А фактически у меня 41 том, 852 страницы. 38 в книжном варианте. Вот она. Книга называется «Открытым оком». Это слово вырванное. Откуда? Числа 24, 3, 15. Ему, видимо, это понравилось. Я его не знал. Ну, у меня было больше 10 тысяч, кажется, друзей. Тут постепенно я убрал, потому что вместо себя ставят какие-то картинки, не поймешь чего. И вот я увеличить попросил картинку его. Вот он как выглядит. Владимир Мочалин. Я даже не знаю, где он, этот человек, знаете, ваши списки контактов. Даже нет. Москва, Россия. Москва, Россия. Это из скайпа я взял. Вот. Ну, я показываю, что у нас главный ресурс все-таки во свете Библии – это сайт. Я когда говорю, то некоторые, ну, вы вот там превозносите. Ну, это так, вы докажите, что есть еще один сайт такой по тяжести. Здесь 50 книг моим голосом насчитано, еще за прошлое. Я страдал, как исповедник Христов. Это 12 томов Златоуста. Вот здесь вот звук и видео, если ткнуть. Это во свете Библии рассматриваю каноны, полностью жития святых. Во свете Библии. Этого никто никогда не делал. Рассматриваю 300 поэтов России за 300 лет. Мировую поэзию во свете Библии. Я вел занятия в 5 университетах, в десятках школ, в техникумы, заводы, фабрики, все отделы милиции, 3 радиопрограммы вел. И все это во свете Библии. И, видимо, Владимира Мочалина это как-то коснулось. Вот он. И он решил написать песню. Кто писал ему песню? Сам ли он? Не знаю. Вот слова какие. Где твердость руки и сомнения нет, в Христовых пресветлых стопах нам путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Видите, он давно, еще весной, писал стихотворение. Но я сказал, прочитал, тут кое-что можно было исправить. Это. И вдруг он приходит, высылает песнопение, и говорит, вот я сейчас покажу здесь. Смотрите, как вчера Владимир Мочалин. Вот я его открываю, на него сейчас нападут, я знаю, кто это, Скуратовский, просто переполненный ядом ненависти, человек, похуливший Духа Святого по всей вероятности. Ни перед чем не останавливается, из Филадельфии. И Дудин Сергей, но этот маленько затих на время. И почему-то на меня везде СД начинается, или звать его СД, или как вот Саварбек Джабраилович СД Алмазов. Вот. Это не я, просто заметил это. И у нас тут был один такой нарушитель 7-й заповеди, и он нападает, и тоже СД, и фамилия, и имя. Непонятно. И вот он пишет мне. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вот его где. Сейчас нападут на него, я знаю, эти трухлявые, в кавычках, духоносные изверги. Последующие Дворкина, это его метастазы. И начинает клепать его, вот как Куракина Алексея сейчас. Он с ними был, они его там
учили, как за мной подглядывать, какую-то пакость сделать. То есть это люди неверующие, злодеи. Злодеи дворкинской формации. Это по его клейму они сделаны, по его формату. А это лжепрофессор, лжемиссионер и прочее. Сейчас в интернет переполнен Дворкиным. Им не до меня. И вот он пишет. Но я говорю, что нападут они на них. Так что, Владимир, приготовься. Почти по всей вероятности должны клюнуть на эту приманку. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Наконец-то долгожданная гимновая песня во свете Библии. Дарю ее вам и вашему замечательному сайту. Жду положительного ответа. Надеюсь, положите на какой-нибудь из ваших видеосюжетов. Я попросил ребят вот здесь вот во свете Библии на полтона ниже. Вот оно как есть. И думаю, так сейчас включить, как поют. Кто поет, не знаю. Студийная музыка, видимо, я думаю, нанял кого-то он или сам составил стихотворение, я верю. А поет, не знаю кто. Ну, вот так, как есть, Владимир. Если что-то не так, то простите. Вот сейчас я включу, будет петь кто-то. И его слова этого гимна можно будет прослушать. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Но путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа во свете. Все делает Бог во свете Библии.
Тут стихи мои, можно прочитать будет, пост, про общину, молитва. Ну, то есть человек это воспринял близко, Владимир, благодарю. У нас тоже песнопения есть свои, но тут православный бой. Рассказал бы как-то подробнее, кто это пел, как составлял, какие были чувства. Вот. Просто, ну, интересно, что было. То другие будут спрашивать, как. Если посвящают, и посвящают не один день, говорит, не на один день это все, то ясно дело, что человек принял это к сердцу. И он говорит дальше, дарю ее вам и вашему замечательному сайту. Видите, как он не просто написал, а с назначением, посвящением. Это тоже чего-то стоит. А те, которые злодеи, это сейчас какого-то ударства, там лопощет стоит, что я детей учил уже свидетельствовать. Да я подам в суд, от него праха не останется. Его искорежит в один день. Бритый там, в храм вас пускать нельзя, таких поганцев. А он стоит, я учу лжесвидетельству. Какому? Где? Хоть одно слово? Нет, ничего. А почему? А он информационный начальник кемеровских манкуртов епархии. Ну его епархия-то может взять, говорится, за жабры, сказать, где Игнатий учит лжесвидетельству. Когда показываем не разговаривать, какой лжесвидетель? Мы убегаем. Убегаем и не даемся в руки тех, которые погубили страну. Это все придуманное, умышленное. Мы здоровый образ жизни ведем. Нам не надо эти десятки медикаментов, там 50 названий, кажется. Нам не надо проверять пруд. Мы пьем воду свободно, мы дети природы. А они там, которые маразматик составил эти инструкции, теперь хотят здоровых людей, чтобы всеобщая диспансеризация. То есть все больные, уму непостижимо, а поразгласили это. И вот человек этот понял, он не будет на их стороне стоять. Показывает. Сегодня я выставил какие 9 роликов в один день. Вот фото наше в интернете под названием «Прощание, мытая Россия». 2 часа назад 101 человек. Начальник уголовного розыска приехал познакомиться. Вот тоже. Видите, сколько сегодня только события, дня. Куда экскурсии были. Вот во свете Библии. Во свете Библии, чтобы разбирать канон Андрея Крицкого, никто никогда не делал. Во свете Библии я разбираю толкование блаженного Феофилакта. Трехтомник издаю. Трехтомник. Во свете Библии. Во свете Библии я разбираю 1173 жития. Этого никто никогда не делал. Никто. За всю мировую историю. Во свете Библии рассматриваю все православие. Поклонение мощам. Канонизацию, ну все, что есть. Во свете Библии все выглядит иначе. Мы 28 глав Деяний апостолов разбирали и смотрели, как у нас православие. Ничего не нашли, это новая религия. Новая, не основанная на Священном Писании. Почти не основанная. Я это доказываю, у меня есть книга, называется «К истинному православию». Во свете Библии рассматриваю все таинства. Во свете Библии, абсолютный авторитет Библии. Потому что Евангелие от Иоанна 12:48 написано, что Христос говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Оно. Вот, допустим, я покажу хотя бы 2 тома. Вот оно как. Какие тома? 1 том, 2, 3, ну первый не достал. Первый раз мы библейские картинки цветные вставили. Это блаженного Феофилакта, толкование Нового Завета. Новый Завет с толкованием. Во свете Библии рассматриваю Андрея Крицкого канон весь. Поднимаю его на 2 другие ступени. Во свете Библии не разбирал никто и никогда за 2000 лет. Тут надо даже посмотреть, где у нас есть. Во свете Библии. Сейчас я еще кое-что покажу, минутку. Ага. Вот так. Вот, во свете Библии. 40 лет собирается материал на эту книгу. Что-то я не пойму, как отсвечивается. Хорошо. Мне так кажется, что отсвечивается. Во свете Библии. Эта книга вышла 2-м изданием.
как мне сообщили, по ней диссертации защищают. И вот содержание. Слово Божие, Священное Писание. Что оно означает? Дальше. О молитве во свете Библии. Как молиться и что? Во свете Библии. На основании святых отцов. Далее. О покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, об исповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыне. Спаси, Господи, от чего? От лжи. Спаси, Господи, от объедения. Спаси, Господи, от пьянства. Спаси, Господи, от забот житейских. Во свете Библии. Отцы и дети. Что значит вот это духовничество? Это их гуруизм, как они говорят. Гуруизм. Так, что такое о Слове Божьем, Слове на русском языке во свете Библии? Что такое о сон, о сне? Во свете Библии о благовестии, о семье, о бродобрите, о табакокурении, о бодрствовании. Так. Божий храм и торговля несовместимы. Я говорю, любите врагов ваших, о службе в армии, о присяге. И дальше. Гордость папства, щелокубийство, ложь Ватикана, Фатимская и далее вот все есть. Во свете Библии. Вся жизнь рассматривается во свете Библии. И вот такое отношение трепетное, да, возведение в гимн Владимир Мочалин. Вот я не знаю, но только думаю, что на него обрушится. Видите, какой он. С бородой к нему вообще. Как философ какой-то древнегреческий. Деяние такое, Мочалин. Размочалил ты, Мочалин. Вот. Замочил, говорит, их. Как говорил один человек. В сортире мочить их надо, негодяев. Православную веру, святую истину изгадили всю. Пираты захватили корабль. А во свете Библии мы это все видим. Миссионерские отделы нельзя создать. Это подделка сатаны. Подвое отсылает Господь. Подвое. Два. И всегда так было. Отдел нельзя создать. Если между собой братья сходятся, вместе молиться, помолиться только и всего. Для того, чтобы быть миссионером, надо поставить задачу обращать душу. А чтобы обратить душу, Златоуст говорит, нужно тысячи талантов. А эти, которые миссионерские, они все вместе ни одного таланта не имеют, кроме ненависти. Кроме ненависти, повторяю. А почему? Да потому что они пошли не за тем человеком. Не туда. Говорится, угораздило их. А я сейчас покажу, куда их угораздило. Вот оно где. Дворкина рассматривает как сектофоб, враг государства РПЦ. Это их руководитель вместо Бога. Сектоведа Дворкина разоблачили правоохранительные органы. Вот где во свете Библии. Центр Дворкина поймали на дезинформировании. Там Иринея Леонского, Новосибирска подставили вот эту фигуру. Лучшую нельзя найти. Как вот этот Ударцев Евгения. Ну, к нам приезжала Россия-24-то. Стоит, мямлет. Психиатрический диагноз сектоведа Александра Дворкина. Внимание, кто такой Дворкин? Клятвенно связанный с США, наркоман-хиппи. Дворкин с медицинским заключением психического расстройства, с необратимыми последствиями в мозгу после наркомании и токсикомании у власти. 20 лет кормили его. Высев его, не высеет за 100 лет. Не выжечь. Он решает, кто секта, а кто нет. Он решает, будучи неверующим. Пожалуйста. Профессор, в кавычках, Дворкин, пациент палаты номер 6, психиатрической больницы номер 14. Друзья, рад сообщить о победе. Кафедру сектоведения в Свято-Тихвинском монастыре закрыли. Это святое место более не оскверняет богопротивные речи главного сектоведа. Спасибо всем, кто принимал участие в дискуссии и внес свою лепту в создание мира, дружбы, любви, порядка, терпимости и уважения в нашей с вами стране и на планете. То есть это, о чем говорится, ничего у него нету. Это он натравил на рождественских чтениях. У нас есть аудиозапись, как они все заягозились. Роснадзор надо, Роспотребнадзор, на Лапкина натравить надо. Дальше, Дворкин, лжепрофессор. И информация в управлении аттестации научных, научно-педагогических работников. Федеральная служба по надзору в сфере образования. Министерство образования и науки Российской Федерации. Дворкин лжепрофессор. Он наркоман. Он токсикоман, нюхавший пятновыводитель. И разрушивший этим ядами свое тело, мозг, в том числе и разум. Этот человек просто враг, затесавшийся в число граждан России. Во свете Библии мы его видим. И нападающие в своих выступлениях на мусульманство, кришнаитов и другие конфессии. И выставляющие христианство в дурном свете.
выступая от имени христианской церкви, не продемонстрировал соблюдение и следование ни одной христианской заповеди. Еще на него ударство, кемеровский манкурт не нападает. Наоборот, под личиной добропорядочного христианина Дворкин Александр Леонидович занимается чем? Созданием и распространением злобных слухов и сплетен, разрушительных клеветы, не подкрепленные научными исследованиями и экспериментами. Деятельность этого профессора не помещается в рамки гражданской порядочности и морали, что ожидается от представителя религии, коим себя отсчет он себя только и считает. Его истерия препятствует укреплению гражданского единства нашей многоконфессиональной страны. Подрывной деятельностью этого типа должны заняться компетентные органы. Источник данного видео – сайт, показан где. Вот. Александр Дворкин – липовый профессор, шарлатан и так далее. То есть, что эти дела, Антоний Храповицкий говорит? Это уже не народ, а по определенной части народа – гниющий труп. Я называю состояние московской патриархии, где не учат, это скотомогильник, которое гниение свое принимает за жизнь. Вот это от ударцев, это прилепился из баптистов Скуратовский. Враги православия, а живут на нем, и в нем лишь кроты, черви, поганые насекомые, радующиеся тому, что тело умерло и гниет. Ибо в живом теле не было бы удовлетворения их жадности, не было бы для них жизни. И это все мы увидели во свете Библии. Во свете Библии. Владимир Мочалин размочалил это. Я сейчас немножко еще пущу. Вот здесь, середина остановлюсь, православный бой. Я беру не только Библию. Вот, допустим, отвечаю здесь на 4124 ответа по темам, 55 тем. Вот, почитайте, праздники, природа, промысел Божий, проповедь, работа, разбор выступления, разное, рождение, РПЦ, русский язык. То есть 55 позиций. Это из своих книг я взял вопросы-ответы, которые мне приходилось давать на радиостанции, по телевидению, за рубежом. На радиостанции «Голос Америки» я выступал,
говорил о Боге. Мне есть что показать. Вот уж интересно, вот эти, которые нападают-то, но они что-то имеют, а что они имеют? Кроме ненависти ничего у них и нету. Вот Владимир Мочалин это увидел. Вот смотрите, я сейчас открою Сергий, допустим. Сергий. Митрополит. Вот смотрите. Сергий, митрополит Барнаульский, Алтайский. Почему к нему не пришли это Россия-24? Незнакомого человека, который ни разу не встречался, который даже выразить нельзя, какой он. Совершенно чуждый, обрюзший. Плетет, что попало. Бритый. Я только внешне беру. Вот митрополит говорит, Игнатий Лапкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Как обычный мирянин. А то выдает себя за Бога и прочее. То есть нагородил ужас какой. Я чту Бога, вы бесчестите меня, говорил Христос. Он ревностный православный христианин-исповедник. У них язык не повернется. Сказать, что ревностный православный христианин, да еще и исповедник. Из вас исповедников-то ни одного нету на миллионы. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Да у нас 13 лет был епископ после Домодедовский, Евтихий Курочкин-то. Он бы установил что-то? Нет. Я беседую с зарубежными, живу в Синоде. Установили они что-то? Нет, в моих материалах. Я свои материалы посылаю Осипову, Алексею Ильичу. Он установил? Нет. Нигде никто не установил, а этот начинает наворачивать, потому что он знает, что его не тронут. А я могу его тронуть и очень крепко зацепить. А как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря, это он дает интервью газеты, кажется, «Комсомольская правда», какую-то общественную деятельность. Эту сторону деятельности регулирует совесть, какой он умница, митрополит, совесть и соответствующие органы государственной власти. Мы же под присмотром. 45 лет ни одного больного, ни одного зараженного, ни одного погибшего. Но это что-то говорит, ни рубля не дали мне. Это не 45 дней. 45 лет! Да это нету, в мировой практике этого не было. Лапкин, человек твердых убеждений, пожилой, в скобках, 77 лет, примечание автора. Его уже не изменить, да и не нужно. Вот эту фразу сказать может человек, только много знающий, переживший, да и не нужно. Вот смотрите, я покажу как. Много, много. Его же не исправить. Да и не нужно. Вот так вот покажу. А зачем это нужно, исправлять меня? Если конкретно что-то, а то по лагерю. Во свете Библии поем об истине. И так что Владимир Мочалин вот написал такое. Благодарю его. Да воздаст ему Господь Бог милостями своими. Вот мы создали ролик, получится он, не получится. Еще раз покажи его. Он похож на какого-то восточного. Одетый, борода и прочее. Понравился внешний вид его, скромность. Благодарю вас. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Еще раз покажу во свете Библии. Так и называется. Не сегодня я его назвал. Во свете Библии, кто рискнет сегодня рассматривать одновременно по житиям святых, по канонам церкви и по трудам святых отцов. Вот четыре параметра, по которым я даю 4124 ответа, только сохранившиеся, их больше. У меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. Это у меня приготовлено 4 тома по 800 страниц, от корки до корки. Ну вот я, допустим, показываю сейчас, попутно тоже показать, во свете Библии. Аудио. Это я не то взял. Так, минутку. Так, истину православию, симфония. Слово Божие не тус. Открытым оком.
Это стихи где-то надо найти. Слово стихи. Вот здесь где-то помочь найти. Я сейчас открою, попутно покажу. Обращение, статистика, соборы, видимо. Ну, где-то стихи тут есть. А, где они есть? Они вот здесь есть, кто может, можете прочитать. Во свете Библии, вот здесь стихи. Вот я открываю, стихи нажал. Вот они идут, стихи, 4 тома. Проповедь в стихах. Вот я, допустим, открываю. Я не знаю, открывается тут или нет, но должно быть открываться. Потому что выставлены они. А, что это означает? Что-то заело? А, просмотреть. Видите, я вообще-то не разбираюсь, потому что у меня очень хорошее. Не удалось открыть файл, да и не так и важно. Что я вот сейчас покажу в другом месте. Стихи. Вот здесь это надо было найти. Где стихи? Стихи жития. Вот ты помог бы мне найти слово стихи. Нажмите на какую-то папку любую. Ну. Так. Самозапись. Я сейчас система собора. Пока покажу, как это выглядит. Статистика. Чтобы увидели. Стихи. А, нет, это не то. Книги наши все. Так, это я уже показал. Тут нету. Да как же так-то? Нету-то. Они же были здесь у меня. Самозапись. Голуби. Стихи разные. Или интернета. Нет, не то. Стихи одним файлом. Вот где-то здесь должны быть. Вот это. Word и тома. Вот она. Вот они, 4 тома. Вот я открываю по 800 страниц. Вот где-то нашли мы их. И все во свете Библии. Все стихи во свете Библии. Это не просто куплет, 9 куплетов. А строчек на одной странице 42. 9 и 4, 36. И эпиграф. Все строчки заняты до одной. Открывается подольше, чем хотелось бы. PageMaker, вот. Я открываю один том. Вот и книга первая, Барнаул. Проповеди в стихах. Вот как называется. По благословению протоиерея Акима Лапкина. Первая книга «Проповеди в стихах». Вот она где. Электронная версия. Вопросы и ответы во свете Библии. Во свете Библии. Это у меня только такое есть. Вот оно как. Предисловие. Просто просчитайте сами. Никоим образом не приемлю к себе эпитета поэт. Это все лишь попытка выразить в чуть рифмованной форме проповедь на определенную тему. Я проповедник-миссионер с 50-летним стажем на 27 сентября 2012 года. Теперь считаю уже 54. Я писал, в 5 лет написал еще. И потом был стих об отце моем. Как в басне надобно ж беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. И вот оно, видите как, вот эпиграф. Дальше стихотворение, все под завязку. Следующее, в 2003 году, вот оно. Каждое стихотворение предваряется эпиграфом. По порядку. Где бы не тронул, вот она идет. Благая весть, кто понесет. Благодарю, куда ни посмотрю, с какого края не начнутся думы. У каждой вещи зрю ее зарю. Рождение неприметное без шума. А эта вещь, предмет приспособления, мне лично облегчает эту жизнь. То лестница с веревкой убежать из плена, перила умная, чтобы не сорваться вниз. Не я изобретал шарниры у дверей, пуговицы нужные в одежде. То сетку рабицу от птицы, от зверей, осознаю, какой же я невежда. Вот этот карандаш и авторучка, магнитофон, компьютер и окно. Но кто-то же сидел, свой лоб шершавый мучил. Недавно вовсе или же давно. И дальше. Кого скажут, какие стихотворения? Ну, я повторяю, что это не стихотворение. Это проповедь в стихах. И вот на каждой строчке место писания указано. Ну покажите такие стихи.
в мировой истории. 36 раз нужно открыть Библию. Непонятно? О чем здесь стихотворение? Вот одно бы хотя. Блаженны миротворцы у судьи, умеющие жить для примирения. Кто жаждет мира, к Господу приди, соедини разорванные звенья. Война, раздор вблизи за горизонтом, бушует пламенем в уме и наяву. Из блиндажа глазами обведи по фронту, парламентарий не скрывается во рву. Под свистом пуль словесных перепалок, прицельных осколочных снарядов, семейный фронт сраженных сколько пало, подумать страшно, но мирить их надо. По кухням, по постелям баррикады, брустверы подушек и посуды, у тещи тощий язычок до ада, изменщик муж по имени Иуда. Кто примирит детей из тех семей, где Бог не вхож и явно не любим? Ты миротворцем стать для них сумей на поле брани, с Богом не один. Он усмирит и примирит в Иисусе поверженных, растерзанных и смятых. Спасенные во чреве рассмеются, в молитву к Деве превратятся маты. И далее, вот сколько бы ни взял, ни говорил, и вот они по порядку идут, стихи. Богу нашему слава, закрываю. У меня есть что показать. Бог меня наградил этим. Ну и Владимира Мочалина. Еще раз покажи, чтобы запомнили его. Предупреждаю, по всей вероятности, наши СД будут на вас нападать. Злодеи. Сатана и дьявол. СД. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Вот так закрываю.